Я в Шанхае. Еду ужинать пекинской уткой. Ну, в Китае надо утку-то по-пекински надуть, пожарить, карамель обмазать. В общем, вкусить по полной программе. Хорошо, вечером. Шанхай. Без дождя в этот раз. Вчера по приезду шел дождь, и сегодня тут более-менее спокойно. Отельчик у нас называется Кампалайн. Он французский, как нам обещали. Ну, круассаны я уже показывал вчера. И мы отправляемся сейчас погулять. Поесть хотим пекинскую утку. Но нам сказали, что ресторан, который нам посоветовали, он весьма популярен. Поэтому туда сейчас позвонят и уточнят для нас специально. Вот контрасты Шанхая. Я их уже показывал тоже. Немножечко это здание 30-х годов. И на их фоне большие небоскребы. Тут и старый район, и новый район рядом. И мотоциклисты, которые ездят без звука на электромотоциклах. В общем, все достаточно интересно. Еще раз повторюсь, Шанхай явно город контрастов. Что ж, небольшое путешествие в поисках радостей. Тут продают змеиное мясо. Живых и разделанных змей. Ну, понимаешь, это угри. Мы пытаемся поймать такси, чтобы сделать попытку поесть утку и пойти и поехать, вернее, поесть утку. Но такси нам не вызвали, потому что ехать недалеко, в отеле нам сказали. А сами мы тут бродим и ничего не видим, никакого такси. В общем, как-то пытаемся впитывать экзотику. Вот здесь продают живых змей. Ужас какой. Какая дикость. Есть живых змей. А здесь заодно и стригут. И бреют. В общем, вот настоящий Китай. Здесь же за границей этого маленького района уже большие здания вот светятся в темноте. Тут электромобильчики ездят. Ну, здесь все так ходят, поэтому мы тоже тут так ходим. Итак, продолжается наш путь в поисках радостей. Вышли мы вот на такую автостраду и пытаемся поймать такси. На мотороллерах электрических как привидение тут носится. А такси не ловится, не растет кокос. Поймали очередное обреченное такси. Почему-то таксист нас посылает. Что-то им, то ли мы что-то не то спрашиваем. Может, там нам дали бумажку с надписью адреса, а может, там оскорбление какое-нибудь написано. Вот они обижаются и не хотят ехать. Вот пытаемся понять, что делать. Таксист объясняет, что резонов нет. Слишком близко, денег мало. Как-то так. Едем мы есть все-таки утку, все-таки согласились нас повезти. В общем, так на будущее не так-то все так просто, как хотелось бы. Ну, так светленько здесь, радостно. Ночной Шанхай строит эфир. Тут место нашей сегодняшней битвы. Пекинская утка. Утка по-пекински. Вот она, голубушка. Кря-кря. Сейчас мы закусим. Ну, надеемся, что закусим. В ресторанчике, где готовят уток, тут их на огне готовят. Все по-честному. Но утки не висят. Вот они здесь должны висеть, а их нету. Беда. Значит, где... А, вон они внутри там висят. Вижу, вижу. Вон и голубушки висят. Висят все-таки. Как и так. Так, уточку нам разделывают.
Сейчас вот там пожаренную утку, ее нам разделают сейчас и будут подавать к столу. Забавно. Да? Бедная утка. Так, учимся есть утку правильно по-пекински. Семинар. Семинар. Валерий Михайлович проводит семинар. Едим утку правильно. Так, только палочки надо, Валерий Михайлович, наверное, брать, нет? Или? Не получается. Не учить нет, мастера, ты хочешь сказать? Вот, берется вот эта штучка. Да. Кладется. Кладется. Знаешь, у кладется корочка обязательно. Корочка. Где там корочка? А вот корочка здесь. А где? Вот давай я поставлю. Корочки. Вот так вот. Корочка. Ну-ка, это он слишком толстый, одно там очень толстый. Одну или две корочки надо? Две корочки? Две корочки. Нет, нарежут. Так одну корочку нельзя кушать, да? Ну, придется съесть один блинчик, пока никого нет. Но нам еще мясо только готовят. Это больно кушать. Слушай, ну как он мастерски ее режет, а? Человек знает, как резать ведь. Да. Так, продолжается процесс нарезки. Бедная утка, голова ей лежит. Сейчас запах-то от нее какой идет, а? Это не то, да? Это надо вот так вот. Вот нам пришли и объяснили. Ты скажи, что это плохо. Если ты скажешь, что это плохо, тебя тут же отошлют. А вот карамельный соус. Сейчас попросим, я просто сверху поливаю. То есть она делает то же самое. Где-то еще должны быть ростки. Вот они. Обязательно вот эти ростки. Побеги молодого бамбука. Бамбука. Убежавший молодой бамбук. Должен быть, сахар. Это должен, сахар. Должен быть взрыв вкуса. Вот. Но еще надо. Да, но она как бы сама макала, а я обычно сверху поливаю. Could you give the same? Okay. А утка нам все еще режут. Корочку. Обязательно соус, потому что без соуса это будет просто безвкусно. Вот так. Вот оно пошло. Вот эти все ростки тоже можно обмакивать. Понятно, ребята, процесс я не могу дальше, я прошу прощения. Я должен приступить. Зол оформлен в народном стиле. Как вам, товарищ Су? Утка? Адобря. Адобря. Спасибо товарищу Хы за нашу утку. Все было вкусно. Спасибо. Спасибо. Валерий Михайлович, пошли. Что мы знаем о загрузке? Обратите внимание, да? Вот так вот. Китайский транспортный стиль. Везет макулатуру, судя по всему. Одна центральная улица Шанхая. Мы в каком-то районе Сити. Или тут все Сити. Ну, Сити-то это вообще город. Ну, вот здесь вот такой вот Holiday Inn. Не слабенький такой. В общем, очень какое-то очень-очень центровое место. И вот сегодня уже с утра показывал вот этот самый электробус. Троллейбус, который может ездить на заряде батареи без рогов. Вот рога у него сейчас опущены. Вообще электрификация страны здесь идет бешеными совершенно темпами. Как-то вот так. Забавно. Это тут такие цифровые игрушки, видите, эти самые светодиодные. Вся аллейка таким образом обработана. Это вот неплохо. Я бы сказал, даже это празднично. А там уже проза жизни. Не, пойду-ка я здесь пройдусь. Вот это я понимаю, вот это смотрится.
Интерконтиненталь. Вообще здесь как-то очень симпатично. Да. Это серьезно. И наверху иероглиф. Восторг. Совершенно восхитительная улица у меня за спиной осталась. С прекрасной иллюминацией. Красиво. Красиво. Ничего не скажешь. Шанхай – город контрастов. Продолжаем прогулки по восхитительному городу Шанхай. Шанхай. Выход в море. Шанхай. Шан – это выход, хай – море. Ну, так нам объяснили экскурсоводы. Как всегда, врут, конечно. Продолжаем. Смотрите, какое современное шанхайское искусство. А это дырка от бублика, между прочим. Смотрите, воспроизведена, можно сказать, натуральную величину. Так что, кто хочет посмотреть, что такое дырка от бублика, приезжает в Шанхай. А, это здание банка, вот это банк. Ситибанк, а это счастливое будущее, которое вы можете обрести, если возьмете у них юани в долг. И курс хороший, обратите внимание. Слушай, фруктовый магазин, а? Обалдеть. Смотрите. Да мы такого половины не видели. Ну, это Шанхай, город контрастов. Нифига себе. Ежик, ежик, ты могуч, ты гоняешь, стоит туча. А его есть надо в этих перчатках кожаных, а то оцарапаться можно. А что, давай попробуем, почему попробуем? Это же фейхуя какая-то. Слушайте, нет, это надо с тампонами в носу есть. Вот что, это дуриан. Пахнущий как страшный зверь, но очень вкусный, говорят. И сюда его сожрать, будет очень вкусно. Ух, жуть какая. Слушайте, а это вот одежда человека, добывающего эти фрукты тяжелым трудом. Михаил Ильич, мужчина серьезный, да? Всяких... Мы всяких дурьянов есть не будем. Не будем. Даже зажав нос не будем. Он эти драконы называется. Ужас какой-то. Ведь если вовремя не отпрыгнешь, он сам тебя сожрет. Фрукт? Эки ты фрукт. Вот. Национальный праздник скоро. Видите, флаги вешают. Красные флаги. 1 мая, день труда. День труда. Капиталистический Китай чтит и помнит о традициях. Та-т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 а